На веселых, на зеленых Горизонских островах последите, два ученых ходят все на головах. Говорят, что там живет трехголовый кошелот. Сам играет на рояле, сам танцует, сам поет. По горам на самокате ездят там бычки в табаке. А один ученый кот даже водит вертолет. Там растут на вербе груши, шоколад и мармелад. А по морю, как посуды, скачут зайцы, говорят. Дети взрослых учат в школе. Вот какие в двух словах чудеса на тех зеленых горизонтских островах. Иногда бежали много, что никак ни мне, ни вам не найти нигде дорогу к этим славным островам.